Самыми замечательными являются витаминные чаи. Например, шиповник – чемпион среди растений по содержанию витамина С, который, безусловно, богат очень и используется в широких достаточно массах в России. Богаты витаминами и листья также смородины. Чай из цветков липы и листьев ягод малины оказывает патогонное и жаропонижающее действие. Из ромашки также мята улучшает пищеварение, то есть чай из мяты и ромашки. Вот некоторые рецепты чаев. Одну столовую ложку смеси плодов шиповника и столько же рябины залить 0,5 кипятка воды и кипятить 10 минут. Затем оставить настаиваться 3-4 часа. Затем следующая процедура — процедить все это дело и пить по 1/3 стакана 3 раза в день. Следующий рецептик: 1 столовая ложка смеси плодов шиповника и брусники залить 0,5 литра кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 1-2 часа в закрытой посуде, процедить, пить по 1/2 стакана 3 раза в день. Дальше 1 столовую ложку смеси плодов шиповника и столько же малины залить стаканом кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 3-4 часа, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день.